Друзья, всем привет! Спрашивали меня габариты данного трюма. Так вот, ширина, значит, у нас 11 метров, высота 9 метров и длина 60 метров. Вот так вот он выглядит. Достаточно приличный. У нас еще есть первый трюм. Вот. Что еще хочу сегодня показать? Лозы, по которым мы спускаемся в трюм. Как вообще нужно по таким трапам подниматься? Здесь, кстати говоря, плюс в том, что есть площадки для отдыха. В некоторых судах вообще просто пролет, то есть никаких защитных ограждений нету. То есть, если ты полетел, то полетел уже наверняка. Вот я поднялся выше. Здесь также прожектор светит, трюм освещает в ночное время. Вот веревка, по которой спускается там все необходимое, метелки и так далее. Также я советую всегда ползать, держаться не за вот эти, а за вот эти места, потому что они бывают сломаны. Поэтому если вы полетели, то скорее всего не успеете перехватиться. А когда вы держитесь здесь, то есть вот я всегда спускаюсь вот таким образом и поднимаюсь также, это самое надежное, уже проверено, потому что я работал на различных судах и как бы бывали случаи, что вот ползешь, короче, отрывается. Вот. Ну, сюда чуть посвежее, конечно, такого не должно быть, но у меня это в привычку уже вошло. Вот. Состояние, как правило, вот этих лозов, правильно так сказать, в общем, не всегда в хорошем состоянии. Вот, их, как правило, загрунтовали, его покрасить забыли. Вот. Что у нас еще имеется? Огнетушитель. Тоже постоянно морская вода здесь моют, поэтому он не очень в хорошем состоянии также. Вот. А так ничего особенного здесь больше нет. Вот. Хранятся там необходимые какие-то щетки, вайпера. Вот, в случае, если необходимо что-то срочно там подмести. Вот. А у нас, как правило, всегда держат бабкати в грабе. Бобкат спускаем, там уже все есть. В лазе держать смысла нет. Ну и все, в принципе, на этом такое вот видео со своими небольшими советами. Все, всем пока.